Всем привет, дорогие друзья! Всем доброе утро! У нас утро, Лёжик там на улице где-то, курочек кормит, коты уже наелись, вон уже тут валяются, вот, пустили их с ночи погреться. И какие у нас планы сегодня? Топ-топ-топ-топ-топ. Менеджер. Кто тут топает? Эй! Топ-топ-топ. Надо ногти стричь. Эй! Лёшка там. А, только Лиску пустил. Что такое? Ну что такое? Топ-топ-топ. Что ты? Вон, коты все твои места позанимали. Лиза. Что ты, что ты, что ты? В общем, как, что у меня сегодня в планах? У меня есть фарш. Надо что-то приготовить мясное. Из фарша. Я разморозила фарш. Вот я так наметила себе кое-что. Что приготовлю? Хочу приготовить мясные ватрушки. Слышали такое? Покажу. В общем-то, смысл уже понятен, да? Ну ладно, будем делать. Что понадобится нам для наших ватрушек? Все как обычно для котлет. То есть у меня вот здесь вот лучок. Картошечку я потерла. Хлебушек намочила, вот, яйцо, соль, перец, ну, можно положить чесночок, ну, я не буду ложить чесночок, или положить, могу и положить. Вот он, положим. Так, ну, а, приправка вот еще у меня. Что еще для начинки? У нас жарятся грибы. Вот здесь вот. Вон они. Шкварчат. Так, и сыр. Сырик у меня в морозилке был пармезан. Юрик привозил. Я заморозила его. Так, вот на всякий случай для готовки. Вот достала, и есть он. Так, ну, в принципе, грибочки, я думаю, хватит. Ну что, поехали. Чесночок. Ну, какой чесночок? Не лазит даже у меня в этот. Вот так вот. Картошечка, лучок и хлебушек. Хлебушек можно было замочить в молочке, но я замочила водичкой, и так жирно. Надо хорошо отжать, чтобы наши ватрушки были такие, фаршик был не жидкий. Это. Так, убираем. Дальше приправку сюда немножко, вот, будет вкусненько, не помешает. Яйцо. Так. И что, посолить, поперчить? Немножко. Так, и посолим. Вот так, как бы не пересолить. Все, сырик пока нам не нужен, пускай стоит. Все. Теперь перефарш. Мешаем. Ребята,
Ребята, фарш никогда не отбиваю вот так вот. Вот некоторые отбивают вот так. Считаю это лишним. Главное что? Чтобы котлеты не распались. Главное, я вот уже показывала, вот смотрите, волокна фарша, они как бы соединились между собой. Вот видите? Растягиваются вот так вот. Это значит, что ваши котлеты не распадутся. Его просто надо хорошо вымесить. Все, фаршик наш готов. Пускай он теперь постоит. Фаршику, как и всему, нужно отдохнуть. Точно так, как и тесту, дать отдохнуть, постоять. Хотя бы минут 15. Такой вот противень. Я застелила бумагой, полила маслом, потому что бумага такая не очень. Какая-то пекарская, это совсем не пекарская, наверное. Вот. И что? Будем делать наши плюшки, ватрушки. Грибов получилось мало. Не рассчитала я, но у меня есть пюрешка, была пюрешка, я добавила туда укропчика, то есть будет картошечка с зеленушкой, тоже будет вкусно. Ну что, поехали. Нам нужен стаканчик и водичка, чтобы смочить руки. Может, они у меня будут разные по величине. Ну и ладно. Вот такая будет ватрушка. Смочим стаканчик водички. И вот так вот сделаем такую вот выемку. Небольшую. Расползлась. Ну ничего страшного. Так. Сейчас мы наделаем. Итак. Грибы. Так вот. Даже много. Вот. Грибочки у меня белые. Попалась мне упаковочка в морозилке с белыми грибами. Ой, класс. А вы знаете, что может и хватит? Не, не хватит, наверное, на все. Я лучше добавлю вот так вот сюда. И сделаю с картошечкой тоже. А эти сделаю с картошечкой. Это будет как полноценное второе блюдо. Даже сюда еще добавлю. Вот так вот будет. Котлетка с гарнирчиком. О! Как классно! Здесь вот мало грибочков. Вот так вот. Ну что, и посыпем теперь сыром.
Все, ребята, отправляем наши ватрушки в духовку, пока не прожарится наше мясо. Ну что, ребята, получились только две ватрушки нормальные. Остальные немножко надо было мне перевернуть или хотя бы раньше посмотреть. Немножко пережарились. Сыр немножко... Ну ладно, ничего, это для себя. Вот такие вот ватрушечки. Запах, Лешек, скажи. Да? Да что, ты так не слышно, а как у меня пахнет? Пропало обаяние. Да? Появилось? Появилось. Обоняние. Обонятельный ты мой. Так. Ну-ка. Конечно же, мы сейчас... Ну вот что это за бумага такая, а? Я думала, сейчас все так красивенько снимется. Блин, а ну все пристало. Ну помазала же этим. Ну. Маслом же смазала. Как-то отлипла. Вот такая вот ватрушка. Можно и для гостей. А, это знаете почему? Вот эти светленькие, это с картошечкой. А вот на грибах как-то вот поджарилось сильно. Значит, грибы надо то ли поменьше, то ли потом присыпать. Но я боялась, что они подсохнут просто в духовке. А надо было их позже. Ну и ладно. Съедим, Лешек. Съедим. Ой, не могу, хочется попробовать. Но надо сфотографировать. Такая вот красота. Обед. Вот так вот. Супчик надоедаем. Что, Лешек? Молоко. Молоко там уже погретое. Супчик доедаем по ватрушке нам. Мне с грибами, Лешику с картошечкой, Лешек захотел. Лечо, салка с чесночком немножко. Это Лискины хрустики. Вот. Вот кот лежит, да? Вот Варька бы уже была на столе. А Димон лежит, хоть бы тебе что. Да. Да, Митяй тоже уже был бы на столе. Да? А он там. А он... Сейчас покажу, куда он пристроился. Он там? Да. А. Ну ладно, покажу. Что ты? Махламон. Лежи, лежи. Он оккупировал вот этот Лискин домик. Вот этот вот. И там спит. А ну-ка, Лешек, попробуй, скажи, как на вкус. А ты вилочки не взял, да? А я что, вилка есть? Мне нечего вилка есть. А котлету? Ну-ка, попробуй. Что? Ну, Вкусно? Угу. Горячо? Угу. Погрело немножко. Вкусно. Вкусно можно делать, да? Ну, конечно, естественно, вкусно. А почему не вкусно? Мяско, картошечка. Ну, все, кушаем. Ну, все, кушаем. Кушаем мы, ребята.